Всем привет! Сегодня мы говорим про отели на Италийском побережье. Мы посмотрели сеть отелей «Дельфин» и несколько отелей, которые находятся на второй линии. Да, «Дельфин». «Дельфины» 4 штуки. Они расположены рядом друг с другом. И у них одна и та же, в принципе, концепция по отдыху и примерно одна и та же цена. Отели очень хорошие, хороший номерной фонд. Они чуть отличаются в любом случае. Но самое главное, это хорошая анимация для деток. Луна-парк есть, аквапарк всегда есть. Вот. Да, то есть, смотрите, получается, что они стоят рядом друг с другом на одной линии. И, в принципе, можно отдыхать в любом. То есть, если вы хотели поселиться в одном отеле, и у вас не было возможности, так как отель на стопе, потому что отели очень популярны, то можно заселиться в другой, в соседней. Территориями отелей можно пользоваться 1 час в день. То есть, если вы остановились... с 5 до 6, 1 час. Если вы остановились в одном отеле, можно на час сходить в другой отель. Это без проблем. Начнем с самого хорошего. Это «Дельфин Империал». У него очень интересный дизайн, то есть затем хорошая также анимация. Он самый активный, постоянно тут с этим. Вот. Ну, очень-очень хороший отель. Самый новый из них – это «Дельфин Бигрант». Отель 2000 был полностью реновирован. В прошлом году, 2016 году. Очень крутой отель. Он чистый, новый, номера потрясающие, новый дизайн, все. Вот. То есть, если вам нужен отель прям с нуля, это отель Бигрант. Причем вот Бигрант и Империал, они примерно одной стоимости. А немножечко, вот совсем чуть-чуть похуже, это отели Дива, да, и отели Палас, получается. Палас, он чуть-чуть постарше, то есть в этом плане он только и отличается. Территория тоже классная, тот же самый пляж, та же самая анимация, то есть вчера мы ходили на привозное шоу, танцы, ну, все было очень круто, мне очень понравилось. У всех отелей есть амфитеатр, у всех отелей есть диско расположено в основном внутри. Вот, ну, то есть очень-очень такие хорошие пятерки с нормальной стоимостью, то есть цена не завышена, цена средняя достаточно. Отели, которые расположены недалеко, но они дешевле и они более доступны, это отель «Миракл». Отель «Миракл» достаточно новый. Он новый, он классный, я не ожидала, что вообще такой очень хороший. Это был сюрприз. Отель. Да, потому что он всегда выходил в системе первым, но я не думала, что он такой очень хороший. 100% продавать, хорошая стандарт пятерка. Также есть отели через дорогу на второй линии, это «Ромада», а потом «Лара Фэмили Клаб», у них один хозяин. Номера похожи, идентичные, территория маленькая, городская. Ну, очень много российских туристов и очень много народу. Но плюс, что все в шаговой доступности, это базары, центры, моллы. Вот плюс вот этого, вот этой территории, на которой «Дельфины», «Ромада», то есть это... Вот очень хорошая инфраструктура рядом, в принципе, не обязательно сидеть только в отеле, если вы хотите. И у «Ромады» вот рядом получается пляж, это пляж «Дельфин Пэласа». Ну, в принципе, все круто. Да, рядышком расположен примерно в той же ценовой категории отель «Гранд Парк Лара». То есть, в принципе, они все вот с этих трех отелей, и у них вид на дельфины, и после дельфинов уже идет пляж. У каждого из отелей есть своя пляжная территория. То есть по стоимости, если смотрим, это идет сначала отели серии «Дельфин», потом идет «Миракл», и потом уже идут отели через дорогу на второй линии. То есть стоимость у них, в принципе, ну, наверное, только из-за расположения. Да. Но если вам не лень там пройти 100-200 метров, а это действительно очень близко, то вы можете сэкономить на своем отпуске. Да, номера у них шикарные. Но шикарные в каком плане? Они чистые, они свежие, они не замусоленные. У них также есть и детские горки, и бассейн. Ну, понятно, что территория не такая шикарная и большая, как у дельфинов, но очень-очень достойная. Вот, но это, наверное, все. Продолжение анталийских отелей, описание анталийских отелей вы можете узнать в следующем видео. Если у вас какие-то вопросы есть, вы можете обращаться в любое турагентство, также в наше турагентство. Думаю, что опытные агенты вам помогут узнать, в чем разница между отелями и «Кемер». Всем пока. Ну вот, видишь, оперативно 4 «Миракл» минуты. «Миракл» на первой береговой. Так, мы про «Миракл» говорили, я просто сказала, что он дешевле. Mm-hmm. Я не сказала, что он на второй.